Всем привет! 304-я серия турецкого сериала «Доверенная» выйдет 27 января. С русской озвучкой ее можно будет посмотреть в сети через пару дней. Если вы хотите, чтобы план Жанан провалился, тогда ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Яман наконец-то нашел донора, и им будет не Жанан. Возможно, Зеки пошел на поправку, именно он сможет помочь Яману. Яман сказал, что Жанан уже один раз дала ему жизнь, и второго раза ему от нее ничего не нужно. Он не хочет, чтобы Сихир и Зия пострадали, тем более, что Зия чуть не покончил с собой после нервного срыва. Поэтому Яман держится и хочет поскорее вылечиться. Жанан, понимая, что ее план не сработал, захочет сбежать, и Сихир об этом узнает. Если Сихир не будет осторожной и проницательной, то она может пострадать от рук Жанан. В это же время Али и Дугу никак не могут сойтись. Теперь им мешает Волкан и Семра. Эти двое постоянно вмешиваются в их жизнь, из-за чего возникают препятствия на пути к этой любви. Если не хотите пропустить анонсы к новой серии, тогда подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.